Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацию. Сегодняшнее видео по буксу, где нам дают возможность абсолютно без вложений зарабатывать денежку в евро. Называется Fast Hits 4U. Вот как-то так. Друзья, я сегодня сделала очередной вывод. Это мой второй вывод отсюда. Выводила я отсюда 23 цента. Всего у меня уже выведено 49 евроцентов. Вот здесь внизу в самом логе вывод, история вывода. Кликаю. И вот мой 27 мая 0.23 евроцента комплект выплачено. Переходим на кошелек. И здесь видим 27 марта 2021 год. Перевод выполнен. 0.23 евроцента выплачено. fasthits4u.com. Видим. Здесь нам дают возможность, как я уже сказала, друзья, абсолютно без вложений зарабатывать на просмотре видео и тестовал. Я вот здесь как бы работаю. У меня уже на сегодня все-все-все я просмотрела. Здесь они пишут красными буквами то, что они несут ответственность за видео, публикованными участниками. Каждый участник тут, да, рекламит свое, ну, то, что ему надо. Это я все уже просмотрела. Также у меня просмотрены все ПТСки вот эти. Вот. И есть еще задания, друзья. Можно выполнять задания. Пожалуйста, кто умеет видео писать, записывайте видео. Здесь вот YouTube видео. Ну, как бы кликните, переведете на русский и ознакомитесь с заданием. Что еще немаловажный факт, друзья, что я хочу сказать. Нужно в обязательном порядке, когда вы выводите денежные средства, публиковать это на форуме. Свой денежный вывод. Я скопировала свой вывод, перевела его, ну, на английский и опубликовала. Если вы не опубликуете, то следующий вывод вам не дадут вывести, как бы. Деньги вернут на баланс. Имейте это в виду. Также не забываем присоединяться в Telegram-группу. У них есть группа, у них там конкурсы какие-то. Я сегодня вот как бы вот, вот у них конкурс. Нужно до 20.00 сегодняшнего дня опубликовать как бы цифры от 1 до 10. Вот, и будут как бы разыгрывать как, рандомно, или как он там будет, это администратор, разыгрывать. Ну, какое число выпадет, тот выиграет что-то. И вот здесь вот что-то он, я вот так делаю, я вот это все копирую. Копировать выделенный текст. Вот не знаю, что вот он написал. Идем в Google переводчик. Вот я опубликовала вывод. Иду английский и вставляю. И я читаю, что он тут написал. Хочу сообщить, что с завтрашнего дня до 30 я буду в отпуске. Я буду обрабатывать платежи 2 раза в день. Надеюсь, вы не рассердитесь на меня. Я буду платежи так делать. Во сколько? 6.00. Вот как-то так. Время сервера. И от 6 до 7. И с 22 до 23. 30. Эти дни. Ну, в общем, как-то так. Понятно. Пойдет в отпуск отдыхать. Ну, скоро и мы пойдем. Вот. Ну, в принципе, это все. Проект работает, платит. Лишь бы подольше работал. Кому интересно, присоединяемся. Ну, неинтересно, друзья, пройдем мимо. Будут другие проекты, будут другие буксы. Каждый найдет себе что-нибудь по душе. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.